все это делается втихушку. То есть сначала у нас в выходные убрали эти, забор здесь стоял. Убрали его тихушко и все, и смотрят дальше следующую реакцию. Встанут люди, не встанут. Дальше, сейчас перекрыли. Это же вообще, здесь дорога совершенно не нужна. Здесь никогда не было ни пробок, ничего. Все основные пробки у нас организуются именно на пролетарке. То есть если им нужно дорогу сделать, не надо ее вести здесь. У нас здесь центр автозавода. Здесь проводятся забеги спортивные на автозаводе. Сколько уже раз было здесь, были велосипедные гонки проводятся, и детские, и взрослые. То есть центр района, культурный вот этот центр района нашего, пытается превратить в дорогу какую-то. А как люди со второго этажа? Люди вот здесь живут, сколько метров? Какие санитарные нормы, наверное, должны быть? Потому что люди будут дышать выхлопными газами, пылью, которая пойдет с этой дороги. Людям невозможно будет открыть окно, потому что вся пыль будет у них в квартире. Вот давайте просто логически соблюдать. Существуют какие-то определенные санитарные нормы? Давайте их выполнять. Не стеной загораживаться. Это центр автозавода. Где, в каком городе, через центр района, там, города пытаются трассу провести? Это вообще глупость. И при том, что, я не знаю, тут говорят, москвичи делали проект. Люди, которые вообще не знают город, делают проект, не знают город, его бытность. Поэтому, я считаю, здесь никаких дорог не надо делать. Мы были всегда здесь за то, чтобы здесь какую-то зону отдыха сделать. Раньше свое. Пешеходный, да. Почему, например, у нас в центре города есть пешеходная зона? Почему здесь не сделать? Потому что там живут люди, а здесь рабочие. Здесь рабочий район, спальный рабочий район. Здесь всю жизнь рабочие люди работали на заводах. Простые люди. То есть, значит, их не надо, мнение их не уважать. Я считаю, что надо их мнение уважать и прислушиваться.